Добрый день, дорогие мои дачники, любители цветов. Вот они, мои лябельки. На лесенке стоят. На них прикручены двухлитровые кашпо, на которых тоже посажены петунья. Вот они все красненькие. А это висят подвижные кашпо. Очень большие, вот с такими цветочками. Их я вырастила сама. Вот такая вот пергола. Это тайдалы. Шикарные. Такие вот красные. Это все у меня на лесенке. Все в кашпо. Вот такая красотища. Вот они все они на лесенке прикручены. Стоят очень красивые, подвешены большие кашпо. Возьмите на заметочку.